Здравствуйте, мне нужен фитнес-тренер. Интересно. И зачем это он вам нужен? Я хочу накачать пресс и ягодичные мышцы. Хорошо. Давай, пойдем. Так. Становимся и ставим ноги шире. 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 Еще шире. Вперед таз. Назад таз. Сжимаем правую ягодичную, левую, обе. Сильнее, сильнее. Вибрируем. Еще, еще. Исполняем танцы диких вибрособлазнителей. Молодец. Давай, 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 давай. Так, 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 так. Отлично. Давай, давай, давай. Еще, еще, еще. Да не так надо делать, смотри. Так, стоп. А при чем здесь мои ягодичные мышцы? Как? А вы что, их не чувствуете? Нет. Ну, тогда вам действительно нужен тренер. Ой, кто-то звонит? Алло, да? Да, секунду. Забавный парень, правда? Здравствуйте, Юрий. Денис. Мы ваши новые фитнес-инструкторы. Сегодня мы проведем вам инструктаж. А это кто был? А, это? Никита. Просто Никита. Просто Никита. Thank you.